Я собираюсь вас занять сегодня некоторыми организационно-практически ориентированными подробностями того, что хотелось бы сделать по плану Симбалариума. Значит, я вам напоминаю, что эта общая идея Флоренского была изложена в его посмертных публикациях и немножко развита в моем сообщении, которое было напечатано нашей антропологии и культуры, поэтому легко доступно. Я буду в частности ссылаться на некоторые материалы в библиографии к моей публикации, имея в виду, что вам легко это посмотреть. Значит, я возвращаюсь к этой теме, потому что я предлагаю ее сделать основной для большого числа наших сотрудников, всех, кто пожелает и может участвовать, а также для сотрудников других близких к нам и связанных с нами учреждений. И обращаюсь к тем, кто через интернет с нами связан. Значит, конечная цель нашего теперешнего исследования может быть представлена как некоторое собрание всех универсальных или часто используемых символов разных культур и времен и народов, ну, с разной степенью универсальности. Поэтому какое-то количество специфических символов тоже может быть привлечено. И конечный итог может быть представлен в виде чего-то вроде Википедии, то есть, возможно, соавторство практически всех, кто в интернете готов к этому подключиться. Это не значит, что мы будем включать любой присланный нам текст, но тексты, присланные на адрес нашего Института мировой культуры МГУ, мы будем просматривать и по мере сил использовать. Я мыслю, окончательный результат как безличный, то есть как некоторую сумму всех символов, которые нам известны, поэтому подписи под отдельными сообщениями не обязательно, но могут быть, но я думаю, что в конечном счете мы добьемся все-таки того, что это будет наука как таковая, а не отдельные люди, поэтому я приглашаю отдельных людей по мере сил в этом участвовать. Ну, кто, тем не менее, хочет обнаружить при этом свою индивидуальность, разумеется, может об этом просить, и мы какие-то отдельные сообщение можем подписывать, это ничего не мешает. Я полагаю, что возможно две формы, одна из которых может быть компьютерная в интернете, просто большое собрание, большой банк данных, типа того, что Березкин делал по мотивам Америк и прилегающих областей Тихого океана, и, может быть, параллельное издание книги. Возможно, что книгу мы в два этапа можем напечатать. Первый этап примерный, аннотированные слова с некоторыми отдельными, более подробными сведениями, и потом, может быть, более окончательное, то есть можно это разделить на два хронологических этапов, но хотелось бы все-таки уложиться в несколько лет. То есть не предполагать, что это растянется на очень большой срок и станет необозримым, а все-таки желательно, чтобы ближайшие работы были сделаны быстро. Я, во всяком случае, собираюсь представить вам аннотированные слова в течение вот этого учебного года. Всем будет разослан, вы дальше можете с ним действовать как хотите. А сейчас я предлагаю основные принципы. Значит, я собираюсь, поскольку я собираюсь излагать некоторый план конкретной работы, я предполагаю, что этот план можно разделить на части, которые могут выполнять отдельные люди, не обязательно один человек только одну часть, но в принципе желательно, чтобы каждый выбрал себе хотя бы одну часть. Поэтому я буду излагать по частям и отмечать, какую часть можно делать отдельно, какие желательно связывать друг с другом.
Таким образом, я начинаю общий обзор с первой главы или первой части, которая, по мысли Флоренского, я думаю, что мысль эта правильная, должна быть ориентирована на математически точные символы. И хотелось бы, чтобы эту главу отредактировал на каком-то этапе математик, интересующийся языком математики, метаматематикой. Но текст или часть текстов писать могут совсем даже не математики. Я думаю, что в этом должно быть свое достоинство, чтобы это было не узкоматематическое отражение какого-то фрагмента, а то, что можно сделать, имея в виду значение данного понятия для других наук, искусства, повседневной жизни и так далее. Я, скажем, вернусь к точке по Флоренскому. Он написал эту главу, значит, мы ее, естественно, в окончательный текст включаем, вероятно, с различными дополнениями, приложениями и так далее. Ну, например, надо будет подробно рассмотреть различия точки в разного типа пространствах, скажем, мировые точки, которые характеризуются четырьмя координатами, тремя евклидовым пространством четвертой времени, согласно космологическим моделям, где используются мировые точки, что очень важно для современной физики. Значит, в связи с этой проблемой я хочу коснуться общей, которая заключается в том, как набор символов, которые мы собираемся изложить, соотносится с символикой, содержанием, с одной стороны, современной науки, ну, и искусства в какой-то степени, и с другой стороны, с реальностью, которую наука описывается. Вот я думаю, что реальность саму по себе мы никак не собираемся описывать. То есть, да, нам интересны символы, которые разные культуры и разные области культуры используют для описания реальности, но при этом желательно не уйти в описание реальности. То есть я предполагаю, что описание того, что такое тот или иной символ, должно быть в рамках, ну, того, что Лотман называл семиосферой. Мы не занимаемся описанием биосферы, то есть мы не описываем там быка или барана с точки зрения зоологии или политэкономии, которая занимается ролью этих типов домашнего скота, а занимаемся символами, которые вот имеют отношение к этим объектам. Это касается и математики. То есть мы занимаемся математической символикой, но не занимаемся содержанием самой математики. Вот это очень существенно. И в этом отношении эта наша работа представляет собой некоторое популярное изложение данных, которые обычно приводятся в работах по метаматематике, то есть в работах по языку математики, ну, отчасти в работах по теории истории чисел. Значит, всем, я думаю, полезно посмотреть русские переводы работ Лейбница, который первый, собственно, начал такого рода исследования, и до сих пор эти работы представляют ценность не только для лингвистики, но и для основания математики. Вышло несколько томов русских переводов Лейбница. Но на самом деле, конечно, метаматематика имеет большую литературу. В какой-то степени те, кто увлекутся именно этой стороной, могут этим заниматься. Но для других, вероятно, просто существенно знать, что есть перспективы такого набора символов. Значит, эти символы, по-видимому, должны включать
элементарное представление ряда основных разделов математики, но вот тех, которые используются в универсальной символике. То есть тут характер символа и причина, почему мы его включаем, лежит в других сферах символики. Поэтому не исключено, что в конце появятся какие-то дополнительные математические символы, если окажется, что они много значат, но там, скажем, для современного искусства, как ленты Мёбиуса. Окажется нужным, чтобы мы их тоже включили. Ну так, на первый взгляд очевидно, что туда войдут некоторые простые представления из геометрии, ну, разных видов геометрии, стереометрии, то есть геометрии разного числа пространств, топологии, и некоторые другие представления. Значит, некоторые общие представления можете получить, скажем, вот сейчас вышел, поэтому просто легко доступен, вышел очередной том избранных работ Колмогорова, где перепечатано в томе четвертом, он в двух книгах, в одной из книг четвертого тома, перепечатана его статья с авторами «Знаки математические», статья из энциклопедии «Математические знаки». Вот там более или менее приводится некоторый список математических знаков с историческими сведениями, там, когда они были введены и так далее. Вот нам нужно что-то расшифровывающее такого рода список. Здесь возникает один важный вопрос, который касается всего, о чем я рассказываю. Значит, в математике мы имеем дело с некоторыми математическими объектами, такими как прямая, угол, круг, шар, тетраэдр и так далее. И с операциями, которые мы совершаем над этими символами или над какими-то другими символами. Это первое расширение. Второе расширение — мы имеем дело с конкретными символами и с набором переменных, которых может быть очень много. И, разумеется, все переменные мы не можем написать. Мы, вероятно, должны описать первые числа в натуральном ряду. Безусловно, нужно там 2 и 3 для огромной роли этих чисел в культуре. То есть всякие проблемы дуальности, триадности и так далее. Но дальше мы где-то останавливаемся, пока еще не знаем где. Где граница тех чисел, дальше которых мы просто говорим, что а также разные другие числа, и даем какое-то их функциональное описание. И дальше проблема – это операции над разными величинами и вообще такие математические символы, которые относятся к операциям. То есть Словецкий задумывал вначале именно символариум. Мы сейчас можем думать о том, что кроме символариума может быть некоторый набор операций, мотивов. Ну, если переводить это на грамматику языка того, что мы предлагаем, то кроме набора существительных, как бы подлежащих и дополнения объектов, мы имеем в виду также набор глаголов и, может быть, прилагательных. Там, где они общие. Ну, степень необходимости этого, степень общности на усмотрение всех, кто в этом участвует. Значит, вполне можно для начала ограничиться как бы первым томом, первым выпуском нашего словаря только символами, а относя все операции с символами, все глаголы и прилагательные ко второму тому, можно для пробы включать что-то из второго тома в первый. На ваше усмотрение, я этим заниматься в данный момент не хочу. Но что касается отдельных символов, которые интересны для описания,
Здесь желательно достаточно широко их использовать, но я приведу как пример только один. Это многогранник. И вы знаете, что в греческой философии, в частности у Платона, есть очень интересное рассуждение о правильных многогранниках. И оказывается, это продолжение очень древней традиции, потому что современное исследование предписьма, я об этом очень коротко пишу в третьем параграфе моей заметки о символизме, так что не буду сейчас повторять. Согласно исследованию Шман-Бессера, вот некоторый набор геометрических символов такого рода составлял предписьмо на всем Ближнем Востоке после начала научно-технической революции на протяжении нескольких тысяч лет. То есть, оказывается, этот наш набор символов в том, что мы стараемся его сделать максимально приближенным именно к семиосфере. То есть мы пользуемся теми символами, которые нужны не математике, как науке, а которые нужны разным другим сферам символической, семиотической деятельности. И оказывается, что вот такая сфера очень важна, как письмо, которое использовалось, предписьмо, которое использовалось для повседневного учета продуктов, для выполнения вполне таких бухгалтерских административных средств, оно использовалось той же символикой, что потом греческая философия довольно таких сложных построениях. Поэтому оказывается, что мы должны будем использовать то и другое. Вот мне представляется, что основная цель вот этой математической части символики должна быть в нахождении максимального числа символов, которые конкретизируют общую идею основателя кибернетики Винера, который был крупным математиком. Винер говорил, что вся математика может рассматриваться как метафора. Возможно, но внутри этой общей метафоры мы находим много частных метафор. И вот наша задача — выявление хотя бы части их. На этом я кончаю тот раздел, который связан непосредственно с математической символикой, и перехожу к очень близкой области, но все-таки отдельной от этого. Это область, которую можно назвать элементарной, но относительно элементарной, но во всяком случае универсальной, визуальной и графической символикой. Ну, заранее скажу, что мне представляется, что это область, где нам очень много могут помочь все наши сотрудники и коллеги, которые занимаются авангардом, в том числе русским авангардом, кандинским и другими. Но это касается, вообще говоря, значительной части искусств, связанных с визуальными образами. То есть речь идет о некоторых основных элементах, которые могут быть выявлены, по-видимому, во всех видах изобразительного искусства, вероятно, театрального искусства, под сильным вопросом, потому что тут могут быть разные точки зрения относительно соотношения таких элементарных общих символов и более конкретных. Кино, это идея Пазолини. Пазолини считал, что нужен некоторый набор кинем, таких основных зрительных образов для киноязыка. Он был сторонником такого сугубо семиотического отношения к киноязыку, пытался это реализовать в некоторых своих фильмах, не только в том, что он во многих статьях интересных писал о лингвистике кино. Значит, я предлагаю, что если часть наших сотрудников согласна работать в этом направлении, то в качестве элементарного начала я бы рекомендовал все-таки обратиться к списку архетипов, длительных архетипов,
типов Юнга, типа мандалы, свастики и так далее. Ну и у меня в заметке о символариуме отмечается попытка использовать некоторые похожие набор символов, в частности, в книге Рахель Долматов «Beyond the Milky Way» «Hallucinatory Imagery of the Tucano Indians». Там речь идет о символике общения с божеством некоторых индейских племен в особых состояниях экстаза. Автор предполагает, что набор зрительных символов, которые там используются, очень близок к тому, что предположил Юнг, и что сейчас используется также в некоторых практических опытах, связанных с попыткой выяснить, какие графические символы можно пробудить или активизировать в зрительной коре, в том числе у слепых людей. То есть в какой степени архетип по Юнгу является реально чем-то, что существует в зрительной коре мозга, независимо от того, работает ли наша система оптического ввода и вывода, то есть каково состояние наших глаз, если не затронуто поражение зрительной коры, то в ней есть вот более-менее набор Юнга, по-видимому, это можно установить экспериментально, и возможно, что этот список символов действительно важен для психиатрии, для изучения рисунков сумасшедших. Здесь накоплен очень большой материал в специальных исследованиях. Есть большая литература по языку изобразительных работ детей разного возраста. На это все опирался Юнг. Ну, есть и целый ряд новых исследований в этой сфере. Значит, мы получаем некоторый набор визуальных символов. Возможно, они в другом выражении, с помощью жестов, могут быть важны также для языка жестов, для театра, пантомима. На эту тему специально писал Марсель Марсо. Марсо является автором идеи мирового языка пантомимы. Я как-то присутствовал, когда Марсо был в Москве, на его подробном таком представлении, где он отложил нам весь этот набор зрительных символов, которые существенны для языка жестов. Ну и в этой области тоже довольно много сделано. Существенно только то, что, может быть, это соединимо с набором зрительных символов для изобразительного искусства. Я заранее ответ не могу дать, но просто спрашиваю, возможно. Значит, можно исследовать каждый из этих символов отдельно. То есть понятно, что такие символы, как, скажем, крест, сами по себе заслуживают монографического очень подробного исследования, и часть таких работ уже существует. Но мы ограничены объемом и местом, поэтому мы все-таки о каждом символе говорим только необходимые вещи. Значит, это второй большой раздел после математического раздела, раздел графической символики. Теперь я перехожу к символам, которые в той или иной мере касаются конкретных объектов и их символического преображения. Ну, пожалуй, что на первом месте я бы поставил символику, связанную с человеческим телом. Значит, какие здесь в настоящее время есть существенные возможности. Значит, прежде всего, я думаю, что именно здесь в большей степени, чем по отношению к математике и
графическим архетипом, хотя и там можно кое-что в этом духе делать. Можно опираться на некоторые результаты нейронаук, то есть на исследование того, какие части человеческого тела выделены специальными комбинациями нейронов в мозге человека. То есть они описываются некоторыми символами, которые находятся в мозге человека. Ну, как иллюстрацию, просто на эту тему написано очень много. Просто чтобы вы посмотрели, как это выглядит, посмотрите изображение так называемого гомункулюса, то есть человека, как он представлен в мозге, в книге Луди «Нейропсихология». Ну, идея была впервые воссоздана Пенфилдом, канадским нейрохирургом, который получил экспериментальный материал. Значит, ну, основной вывод, который представляет интерес, заключается в крайнем смещении реальных пропорций, колоссальном смещении границ и размеров. Ну, скажем, большой палец правой руки занимает огромную часть всего этого пространства в мозге нормального человека, нормального правши. Я полагаю, но не хотел бы навязывать свою точку зрения, но я полагаю, что не только для изучения авангарда определенного периода, но для изучения подавляющего большинства пространственно-визуальных традиций в искусстве, религии, мифологии, изобразительной символике разных народов, вот это представление о искаженном гомункулюсе, оно очень много проясняет. То есть мне представляется, что когда Пикассо и Модельяне оказались под огромным впечатлением выставки 1906 года, если не ошибаюсь, в Париже, африканской скульптуры, существенное значение имело именно то, что они увидели, что можно человеческое тело изобразить не в соответствии с греческим идеалом красоты, как это делалось после 5 века до нашей эры на протяжении достаточно длинного отрезка времени в европейских традициях, так или иначе связанных с античностью, а можно изобразить нечто другое. В соответствии с чем? Разумеется, они не знали про гомункулюс, открытый потом Пенфилдом, но они понимали, что есть некоторое интуитивное представление о сильно искаженном человеческом теле, которое отражено в африканской скульптуре. Оно, конечно, отражено и уже в первобытных Венерах с гипертрофированными знаками пола и в первобытных фаллических символах, но то, как в целом все тело человека деформируется в не ортодоксальных, не европейских традициях, вот это очень существенный факт, который связан с попыткой интерпретации символики частей тела в психоанализе. В психоанализе я ссылаюсь в статье о символариуме на книгу Тасс-Тинемана. Она остается, мне кажется, до сих пор самой подробной сводкой того, что известно из раннего психоанализа о символике частей тела. Значит, что добавилось в новое время? Это цикл исследований, связанных с разного рода текстами, так или иначе описывающих жертвоприношения, ну и разные магические процедуры типа заговоров, то, о чем много писал Владимир Николаевич Топоров в этой связи. Он говорил об анатомическом составе
частности человека, но речь идет также об анатомическом составе животного. Это большая серия новых работ Стефани Джемисон и ее супруга Калверта Уоткинса, подытожена в книге Уоткинса 1995 года «How to Kill a Dragon», Oxford University Press. Эта книга содержит дальнейшие отсылки на работы Джемисон и Уоткинса. Значит, идея состоит в том, что для некоторого количества традиций на территории Евразии, включая, что для нас важно, балтийскую и славянскую, это показано как раз топоровыми другими, есть стандартный набор частей тела, приносимого в жертву животного. Ну, знаете, нехорошо о наших отдаленных предках что-то рассказывать, не очень симпатичное, но они приносимые в жертву существо, по-видимому, вначале человека, а потом заменившую его лошадь или другое животное, расчленяли на части. И эта идея частей жертвенного животного, важно для магии, для мифологии, эта идея отразилась в мифах, где каждая часть жертвенного животного и каждая часть первого человека, которого принесли в жертву в разных традициях, превращается в определенную часть ландшафта. Ландшафт на Земле – это преобразованная часть ландшафта первого человека, приносимого в жертву. Ну, там отдельные элементы до сих пор отражаются в языке, поэтому вас не удивят. То есть то, что хребет позвоночника, это одновременно горный хребет, до сих пор видно из языковых обозначений. То есть это миф о Пуруше, очень подробно описанный в большом количестве работ Владимира Николаевича Топорова. Работы оказали большое влияние вот на весь этот цикл исследования Джемисон и Уоткинса. То есть это довольно хорошо развитая область на современных занятиях в области мифологии, магии, теории истории жертвоприношения, теории истории заговоров, что подлежит исследованию, это соотношение вот с одновременно сделанными выводами психоанализа и с возможными наблюдениями, касающимися разных форм изобразительного и авангардного искусства. Значит, вполне возможно, что это все единый тип образов, но надо это исследовать. Значит, это касается человека. Теперь от человека я пойду к другим живым существам. И здесь возникает, конечно, серьезный вопрос. Это вопрос о том, с чем мы должны иметь дело. Значит, до сих пор я говорил о бесспорно универсальных общечеловеческих вещах, потому что и математика, но при всех ее различиях в разных культурах, и математика, и графические образы основные, и части тела – это то, что общее для всех культур, для всех эпох. Если я перехожу к животным, количество и тип животных, общих для всех культур, не так велик. Ну, тут очень много разных географических, хронологических различий. И дело не только в том, что нам нет смысла вводить там сумчиков в общие исследования, хотя может быть отдельно очень интересно что-то сказать об австралийских символах, но это будет уже некоторый подпункт к описанию каких-то общих вещей. Но вообще описание определенного типа хищника очень сильно зависит от экологии, меняющейся во времени.
в разных культурах. Поэтому я пока только вам перечислю основные работы, которые, мне кажется, важными из уже сделанных. А дальше поставлю перед вами вопрос, как целесообразно описывать символику животных. Описывать ли ее просто по функции? Это предложение, которое очень давно сделал великий ученый французский, занявшийся ранее символикой животных, Леруа Буран. Я очень рекомендую его, малоизвестное, и не только у нас, но и во Франции, его малоизвестные ранние работы, которые он сам потом подытожил в своей работе «Reflexion sur l'art de caverne» – «Размышления об искусстве пещер». Эти работы имели прямое продолжение статьи Владимира Николаевича Топорова в сборнике «Ранние формы искусства» 1972 года. Он во многом следовал за Леруа Бурану, но все-таки, возвращаясь к Леруа Бурану, я должен отметить следующее. Леруа Буран, во-первых, установил возможность описания некоторых основных символов животных по их главной функции. Ну, например, это главный хищник данной экологической среды, скажем, волк. Это главное существо, которое известно тем, что это травоядное. Ну, и некоторый другой третий персонаж, который входит с ними в триаду. Вот. Второе, значит, это первое, что предложил Леруа Буран. А второе, что он предложил исследовать в разных мифологиях и системах искусства, собрал для этого колоссальный сравнительный материал, он предложил исследовать однотипные комбинации символов. Значит, здесь вот первый случай в нашем изложении, где мы наталкиваемся на желательность изложения не одного символа, а может быть трех. Но вот то, что мне известно, это данные о трех символах, это данные о Леруа Бурану. Очень интересно, что он сам в обзоре своих последующих исследований говорит, что он начинает с 1935 года, когда он занимался древним китайским искусством, пришел вот к этому уровню. И дальше на очень большом пространстве Евразии и других континентов он обнаружил в точности комбинации этих трех животных с похожими функциями. Там часто появляются волк и лисица, но не только они. И мы можем сопоставить данными Левистроса и Березкина по Северному и Южному Америку, где появляются ягуары, некоторые другие специфические хищники. То есть, по-видимому, эта идея функционального описания, описания переменных, а не постоянных, она вот здесь напрашивается, но все-таки под вопросом. Поэтому вполне возможно, что для многих культур можно таки обсуждать волка и лису. Значит, какие здесь интересные проблемы? Во-первых, это то, что наметил Леруа Буран и продолжил Топоров. Это символика раннего искусства, начиная с песчаного. Топоров пришел к выводу, что пространственное распределение символов лошади, бизона и так далее по залам пещер франко-испанской культуры, то есть примерно 30 тысяч лет до нас, приводит вот к выделению нескольких таких отчетливых типов символов. Значит, речь идет о том, что мы для такого раннего времени находим некоторые основные символы. Это сделали уже Леруа Буран и Топоров.
К этому добавляются очень интересные исследования, касающиеся более позднего времени, но все-таки самого начала известных нам письменных памятников человечества. Значит, 30 тысяч лет назад, а следующие 5 тысяч лет назад в древней месопотамской литературе Ван Стикхоут, голландский исследователь, весьма замечательный, в серии своей статьи, часть из них не очень легко доступна, они напечатаны в японском журнале по шумерологии, но Ван Стикхоут их также перепечатывает и в некоторых европейских изданиях. Ван Стикхоут приходит к выводу, что существует ранняя литературная традиция, где основные литературные сюжеты, но отчасти мифологические, а все-таки это собственно литературные сюжеты, они связаны с несколькими животными. И эти животные, во-первых, однотипные, то есть это опять те же волки леса или их замены, во-вторых, они входят в стандартные рекомендации. Ну, в качестве заключения, чтобы вы сразу поняли, что это не размышление только о древности, я вам скажу, что поставленный Гаспаровым, в частности, в его совместных публикациях с Подгаевской, вопрос о единстве жанра басни, начиная с античности до нашего времени, он предстает в новом свете, потому что басня в большой степени основываются на продолжениях, трансформациях, в общем, тех же традициях. Конечно, Ла Фонтен имеет более обширный и богатый набор персонажей, чем ранние шумерские авторы, но все-таки это развитие похожей традиции. А примечательность этого в том, что исходный набор символических животных, он по-видимому, одинаков для всей Евразии и, возможно, сопоставим с тем, что мы находим в других континентах, значит, включая с вероятными трансформациями в Северной и Южной Америке. А что касается Австралии, то это я действительно предлагаю кому-нибудь заняться такой интересной проблемой, что из универсального тройного набора осталось в австралийские традиции, которые развивались, по-видимому, очень долго отдельно. Это наиболее ясная часть описания животного мира, как он представлен в символах. Ну, Леви-Строс нам дает примеры, как изучать конкретную этологию, но я вот по-прежнему думаю, что наша задача – это построить набор символов. И поэтому, может быть, если мы сравним Леви-Строса с Березкиным, это два разных подхода к американской мифологии, то Березкин в каком-то отношении для нас интереснее. Но Березкин оперирует преимущественно только мотивами, а не отдельными символами. Значит, возникает вопрос, насколько нам интересно, ну, если очень так пытаться это популярно изложить, насколько нас интересует вопрос о том, что не только персонажи басен Крылова, но и некоторые мотивы басен Крылова. То, что какие-то два или три персонажа с такими-то характеристиками оказываются вместе в одном сюжетном мотиве, вот насколько это нас занимает. Ну, это связано вот с общей проблемой, когда и как мы будем заниматься не отдельными символами, а их комбинациями. В данном случае, я считаю, вполне оправданной попытку заняться и комбинациями их тоже, но вот это на усмотрение тех, кто такие проблемы выберет. Но что мне кажется замечательным, это то, что отдельные части вот этой тематики, они охватывают колоссальный объем древних традиций разного рода. Скажем, соотношение магической лисы и других персонажей
очень важно для понимания происхождения частей соответствующего звериного эпоса в Западной Европе, ну, типа Рейнек и Лис, да, с его развитием. А с другой стороны, это основа той древнекитайской традиции, на которой основаны новеллы Ляо Чжая, боюсь набрать на память, но по подсчетам академика Алексеева, который замечательным образом перевел часть новелл Ляо Чжая по-русски, больше 100 новелл описывают проделки волшебной Лисы. И существуют эпические мифологические поэмы о такой лисе у айнов древнего населения японских островов, и существует магическая лиса в Японии, а вы не перечитывали. Сейчас есть такая очень интересная у нас книга, когда Пельняк был в Японии, написал свои, в общем, довольно интересные заметки. К ним написал комментарий Ким. Ким был человек с довольно путанной биографией, по-видимому, советский разведчик высокого класса. Но вы знаете, большинство советских разведчиков высокого класса испытали судьбу Зорге. То есть их всех арестовали, Кеннета и другие. А Ким в это время исчез. На колоссальный период. Что с ним было, не знаю. Но он явно не был арестован. Его куда-то спрятали. Кто и как, не знаю. А потом он опять появился. Так вот, еще до своего исчезновения он написал комментарий к Пельняку. И там, когда Пельняк рассказывает о магической лисе в Японии, Ким пишет, что он работал над комментарием к этому месту поздно ночью. Чернила написал, но это еще 20-е, конец 20-х, начало 30-х годов, писали все чернила. И он от усталости заснул, и когда проснулся, то увидел, что у него на рукописи большое чернильное пятно, но явно след хвоста от лисицы, которая в это время его посетила. Но у меня есть личное добавление к этому, знаете, история все время граничит с мифологией, даже в большей степени, чем это описывал Владимир Николаевич Топоров, замечательная статья. Некоторые из вас представляют географию Переделкина, значит, вот дальше, где музей Пастернака, соседняя дача, где жили мои родители, и все Иванов, там от Владимира Ивановна. А сзади нас было огромное строение, огромное, больше других. Дача Зазубрина. Зазубрин был талантливый сибирский писатель с навыками сибирского крестьянина, такого солидного. И он построил себе очень хорошую, большую дачу, настоящий дом сибирский. И построил баньку, как полагается, и построил скотный двор. То есть все, что зажиточный сибирский крестьянин мог сделать, ему покровительствовал Горький, поэтому это все было возможно. И в доме у Горького он оскорбил Сталина. Он произнес это, записано поэтому поданное сведение, он произнес речь, я сказал, что в Сибири есть такие недоумки, которые начали прославлять Сталина, а Сталин сидит много других людей. И они прославляют Сталина, разве это можно делать, там писать, что он гений всех времен. Ну, Сталин не мог просить, как только Горький умер или был убит, Зазубрин был арестован. Дальше, конечно, лучшая Переделкина, поэтому ее дали генеральному секретарю Союза писателей Фадееву, который использовал баньку вполне на русский лад, он сам Дальнего Востока, как вы знаете, а скотный двор не очень использовал. Но когда Фадеев умер, некоторое время там жил, вернувшийся из лагеря Смеряков, еще там мне разделили, там фонд делили большие дачи. Постепенно как-то дача опустела, а фонд коррумпировался окончательно и незаконно продал
самое такое сомнительное время 90-х годов продал каким-то настоящим бандитам. Что бандиты стали делать? Бандиты развели пушных зверей, в частности, лис. Потом бандиты перестреляли друг друга физически, просто трупы были там. Лис они пощадили. И одна лиса к нам приходила. Уже к этому времени нас уплотнили, и у нас тоже была уже коммунальная дача, и у нашего соседа Латынина, отца известной вам телепознавательницы и моей бывшей аспирантки, у Латынина-старшего лиса украла один башмак, то есть, по-видимому, она фетишист такого святейского склада. Но она приходила к нам, уставившись нас такими изумительными горящими глазами, Светлана Леонидовна, моя жена, сделала замечательную фотографию. То есть это документировано, что такая лиса была в Переделкине. И, ну, по тому, что писал Ким по тому месту дневника, который он комментировал по сочинениям Ляо Джая, по Сун Лина, который переводил Алексей, это, конечно, был дух, только я не знаю, кого, скорее всего, Зазубрина, который, видимо, там витает. Таким образом, вот символариум может продолжаться до нашего времени. Я не уверен, что мы должны для каждой реальной возможности реализации приводить вот такой персонаж, как лиса из скотного двора Зазубрина. Но, тем не менее, в общем виде, я думаю, наличие очень длинных цепочек передачи животных символов – это такая необходимая сторона нашего исследования. То есть, мне кажется очень важным, что именно в том, что касается животных, оказалось, что традиция очень прочная, переживает много изменений, но тем не менее. Вот остаются эти... У Шекспира есть одна четверостишая, я как-то его перевел, опубликовал. У него описано трое животных, и когда к ним присоединяется четвертый, гусь, то это уже такое важное событие, которое Шекспир отмечает. То есть у Шекспира в голове тоже оставалась идея, что магических животных три. Ну, значит, это одновременно связано с проблемой, описывать ли нам триады и как описывать нам мифологических животных. Но мне кажется, что здесь может быть много интересного, вот, включая более поздние традиции. Значит, остальное должно быть дано как некоторые функциональные параллели с экологическими различиями. То есть мы, по-видимому, не даем обозрение зоосфер по каждой зоне, по каждой эпохе, а только указываем, какие есть основные функционально значимые животные и какие есть фантастические животные, какие возможности комбинации. Некоторые из фантастических животных очень широко распространены, но знается, что в древней культуре городов Инда основное животное, которое на печатях изображается, это единорог. Некое животное. На других печатях изображаются рогатые животные с двумя рогами, а вот единорог, он именно с одним рогом. И мифология единорога очень широко представлена по Евразии. Ну и другие типы фантастических или полуфантастических смешанных диковинных животных, они распространены в отдельных культурных зонах, ну, скажем, какая-нибудь макара, соединение
большой очень рыбы, типа акулы или кита, не зоологического рыбообразного существа, а того, которое большое животное, плавающее в море или в океане. Соединение такого животного с некоторыми элементами земных животных, широко распространены в Южной и Центральной Азии, и соприкасаются с представлениями о фантастическом мамонте в Сибири. Там это связано с тем, что в мёрзлой земле, в вечной мерзлоте находили остатки мамонтов и так далее. Но это вот все экология все-таки отдельных мест. Но сама идея фантастического животного, по-видимому, очень древняя. Леруа Гуран об этом пишет. Это связано и с идеями фантастического существа человеческого типа, которое может быть отчасти животным, типа кентавра. Таким образом, нам нужно здесь предусмотреть возможность каких-то функциональных описаний, которые не исчерпывают всего многообразия. Ну, вот недавно издана, скажем, книга по тангутским рукописям, которые хранятся в Азиатском музее в Петербурге. Там очень большой набор, большой бестиарий фантастических животных. Вы знаете аналогичные бестиарии, славянские, европейские и так далее. Вот нужно, не описывая всех деталей, описать, тем не менее, суть. Почему понадобились фантастические животные? Их, кстати, много и в нынешней научно-фантастической литературе, там, у Стругацких и других. Люди продолжают сочинять некоторые несуществующие типы животных. Почему есть потребность в пополнении набора реальных животных? Как делается это пополнение? Но это скорее правило порождения. То есть здесь я не думаю, что нам нужно подробно говорить об отдельных символах, могут быть только примеры. Перехожу к растениям. Ну, основной вывод был сделан тем же Владимиром Николаевичем Топоровым, а именно вывод, касающийся того, что мы живем в эпохе мирового дерева. Проблема соотнесения мифологического дерева или деревьев в наших культурах, в нашей религии, мифологии, с тем, что есть за пределами Евразии. Ну, вот очень интересная работа Кнорозова о четырех мировых деревьях у Майи. Это его доклад на конгрессе. Он был напечатанный отдельной брошюрой. Есть и ряд других интересных работ. Подробное исследование в Йену о мировом дереве в Африке, целая книга, и ряд других исследований, которые показывают, что, во-первых, мировое дерево действительно один из самых существенных элементов для целого ряда культур в их эстетическом и религиозно-философском выражении. Во-вторых, что мировое дерево хотя бы отдельными элементами может восходить к дочеловеческой древности. Значит, существует возможность, хотя эта возможность пока не доказана, что идея символа ветви, то, что дало основание Фрейзеру озаглавить огромную книгу «Золотая ветвь», идея символа ветви связана с некоторыми символическими действиями, которые мы находим на более ранней стадии эволюции у некоторых приматов, описанных японскими приматами. Можно, конечно, думать, что, может быть, это конвергенция, связанная с тем, что низшие обезьяны
многие живут в деревьях или на деревьях, поэтому довольно легко себе представить, что они какой-то существенный символ выберут из возможностей, предоставляемых деревьями. Ну, тем не менее, вот этот вопрос надо обсудить. Значит, существует психологическая сторона этого вопроса, которая больше всего подробно описана французскими психиатрами. Есть ряд специальных работ о детском рисунке, которые показывают, что нормальный ребенок в своем развитии проходит период, когда он изображает дерево, причем, как правило, дерево в форме буквы Ж в русском кириллическом алфавите, то есть с двумя главными верхними ветвями, ну и одна центра как бы продолжение ствола. И такие же две дугообразные ответвления внизу по две стороны от продолжения ствола, то есть это символика корней. Но здесь мне кажется интересным, что это парижские дети, откуда они видели, что у деревьев такие корни, это интересно выяснить. Но так или иначе, вроде нормальное развитие ребенка предполагает это изображение, совпадающее с ранним китайским иероглифом. То есть похоже, что здесь мы почти что на границе того, чтобы увидеть длительный архетип, который, может быть, длительный корень совпадает с какими-то очень ранними образами, возможно, наших дочеловеческих предков, очень трудно сказать. Во всяком случае, здесь есть некоторое поле для нейропсихологических исследований, во-первых. Во-вторых, для утверждения, что очевидно в развитии этого образа в психике человека можно усмотреть некоторые универсальные закономерности. То есть это эпоха мирового дерева, на которую я заканчиваю пока изложение. Значит, до сих пор я довел изложение до основных символов, связанных с растениями. Остальные растения, они опять-таки экологически различны, различаются по времени. Тем не менее, для определенных больших зон можно отметить роль определенных растений. И так же, как и в случае животных, я бы обратил внимание на фантастические растения. Я вам приведу самый наглядный пример. Это голубой цветок Навалиса. Но голубой цветок дает мне возможность сказать об одной особенности символики именно растения, которая кажется очень важной, а именно это проблема многообразия цветов в смысле цветков, да? Цветков разного цвета. Все, что мы знаем о возможной символике цветков и их комбинации разного рода, здесь отчасти гораздо большей степени, чем с животными, мы имеем дело с порождениями человека, значит, как человек порождает новые и новые типы цветков для того, чтобы разнообразить символику с этим связанную. Ну и тут, конечно, поразительно интересно было бы сопоставление человеческой деятельности с тем, что мы знаем о пчелах в их отношении к цветам и так далее, исследования Фриша. То есть это редкий случай, где некоторые детали семиотики и человеческих символов сопоставимы с тем, что мы знаем о семиотике символов таких животных, которые, безусловно, некоторые символики пользуются, потому что в отношении пчел мы более уверены, чем в отношении многих других видов животных. Значит, я остановился на особенностях символов растений и животных. Теперь из
внешнего окружающего мира на грани живой природы и неживой природы, специально нужно отметить символику разного рода кристаллов. Это очень важно и существенно, потому что кристаллы по сути своей представляют весьма интересный объект для изучения симметрии, для изучения некоторых абстрактных, в том числе математических форм, тех, которые мы изучали в связи с математической, метаматематической символикой. И здесь хотелось бы обратить внимание на возможности минералогического подхода к символике нескольких культур. Ну, я просто потому что сам тогда занимался символикой апокалипсиса, писал об этом, хотел бы обратить внимание на частный случай. Это не универсальный случай, но он основан на некоторых общих закономерностях. Это описание города будущего в апокалипсисе. Там есть ряд греческих терминов, мы для них знаем древнееврейские соответствия. Ряд терминов, которые описывают все камни, но преимущественно драгоценные и полудрагоценные, которые характеризуют вот этот город будущего. Значит, символика минералов, камней, ну, шире скажу, неживой природы, в той мере, в какой она используется в символике, она, по-видимому, имеет какие-то существенные ранние корни. Вы знаете, что достаточно древнее представление по данным лингвистики о каменном небе, то есть из камней делалось не только земное пространство, ну, как в апокалипсисе, но и небесное пространство, и камни очень много значит в мифологии. И опять-таки здесь нам существенно не уйти просто в область минералогии, геологии. Нам не нужно заниматься описанием самих этих явлений, но надо описать, как именно они, какую роль они играют в мифологии. Но это касается и некоторых промежуточных явлений, близких на камням, ну, такие как янтарь, скажем, для мифологии целых областей Европы, скажем, балтийской мифологии. Янтарь – это один из самых главных символов. Янтарь и другие символы с ним связаны. Там можно довольно много интересного сказать об истории, но все время вопрос такой, что это все-таки для всей распространенности не универсальные символы, а нечто, чему есть функциональное соответствие. Но функциональное соответствие камням, отчасти связанное с их ролью, в частности, с ролью камней как остатков самого древнего человеческого оружия и инструментария, это как бы возможность через мифологию посмотреть назад в археологию, то есть посмотреть, что от древней техники сохранилось уже в мифологической форме. Теперь от неживого естественного мира я перехожу к неживому искусственному миру. В какой степени нам имеет смысл заниматься разными вещами, которые создает человек? Ну, давайте сделаем такой простой мысленный эксперимент. Посмотрим, что нам нужно для описания этой комнаты. Вот представим себе, что я
кончив все это говорить, захотел бы написать письмо, где изложил бы атмосферу нашего заседания. Ну, вот что это за комната? Представьте, что структура комнаты описывается на языке математических и визуальных символов. Эта комната, она сделана руками людей, но существенная геометрические формы, ну, практически все время четырехугольные по отношению к окнам, стенам, потолку, полу и к некоторым из предметов, которые здесь находятся, шкафы и так далее. То есть это ведь удивительная особенность, что элементарный набор геометрических символов, он исчерпывающим образом описывает то, в чем мы живем. Ну, разумеется, несколько другой тип символа, но тоже вполне понятный. Это форма этого стола. Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал. Ну, значит, все-таки овал иногда выступает в существенной роли среди многочисленных угольников. Ну, разумеется, форма такого типа потребует несколько более изощренных символов, но все равно войдут в набор этих символов. Значит, оказывается, что специально для того, что изобретают люди, часто достаточно предшествующих этапов нашего изложения. То есть техника в не очень большой степени требует расширения набора элементарных символов. Такой у меня вывод. Я, впрочем, очень был бы за то, чтобы специалисты, которые занимаются рекламой и рекламой в современном мире, подробнее изучили, связанное тоже с проблематикой символики авангарда, подробнее изучили набор символов, которые есть в рекламе, которые связаны с тем, что мы видим в технике. Значит, я думаю, что, скорее всего, описание специальных символов, искусственно создаваемых, помимо уже описанных математических, визуальных и других, будет включать не очень большой набор. И здесь интересно выяснить, что мы должны сделать в смысле разделения функционально значимых вещей. Есть некоторое количество инструментов, которые, по-видимому, сопровождают человека на всем протяжении его истории. Как начинаются первобытные культуры, ну, с чем-то вроде топоров или молота, так они идут до настоящего времени в разных формах с разными изменениями. Я встречался у сибирских народов с тем, что есть набор основных предметов, которые должны быть в каждом доме, ну, или в каждом чуме, и во всех сибирских языках есть соответствующие слова. Это, конечно, локальные наборы, но часть этих предметов тоже достаточно древняя. То есть существуют некоторые виды общечеловеческой техники в ее развитии. Их не очень много. Кстати, тот же Леруа Куран этим занимался. У него двухтомная книга «Le geste et la parole» – «Жест и речь», где он отчасти занимается этим вопросом относительно того, как наша символика связана с техникой и с ее развитием. Несколько специальных вопросов, каждый из которых представляет интерес, но я не очень настаиваю на том, что уже сейчас мы должны ими заняться, но рано или поздно мы к ним должны перейти.
это вопрос о абстрактных символах, о символике некоторых понятий, ну, типа противопоставления инь-ян, типа китайского дао, для которого Антон Алексеевич считал главным соответствием греческой логос и так далее. То есть набор некоторых абстрактных понятий, через которые описывается внешний мир. Значит, здесь возникает вопрос, может быть, это потенциально наш второй том. Может быть, это не обязательно сейчас делать. Но основное, что меня заставляет думать, что все-таки мы должны это сделать, это характер обозначения мира в древнекитайской культуре. Древнекитайская культура в основном описывает не символы, а некоторые основные абстрактные противопоставления, которые каждый характеризуется определенными иероглифами. Ну, ранее так вы найдете в книге «Перемен» и «Дзин», и, скажем, по индексам перевода Щуцкого и другим, можно составить предварительный набор этих основных элементов. Здесь возникает ряд вопросов таких полуграмматических, то есть различия между тем, что мы бы назвали глаголами, и различиями тем, что мы бы назвали прилагательными. Но это не так существенно. А существенный основной вопрос. Хотим ли мы уже сейчас заниматься этим, в сущности, отдельным вопросом? Потому что это набор символов, очень важный для ряда религии, мифологии и так далее, вместе с тем отдельный от набора объектов. Промежуточное место занимают некоторые системы эпитетов, ну, грамматически говоря, прилагательных. Значит, мы можем говорить, что есть противопоставление тьмы и света, и противопоставление тьмы и света более или менее на уровне того, что мы говорим о том живой природе, потому что это мы пока описываем реальную природу. Но вместе с тем это абстрактные символы типа темный свет. И вот таких абстрактных символов, эпитетов, прилагательных типа темный свет, некоторое количество, которое делает возможным включение этих символов в наш общий набор, у меня нет окончательного решения. Я допускаю, что могут быть разные решения. Ну, кроме уже названных предметов, я бы также обратил внимание на некоторые из более таких локально ограниченных символов, которые распространены в очень большом числе культур. Я имею в виду разного рода символику игр. Отчасти она опять сводится к тому, что мы уже описали. Да? То есть какой-нибудь конь, как шахматная фигура, он уже будет исследован в символике лошади, которая необходима в нашей такой зоологической части. Но существуют и такие символы игровые, которые не вошли в предшествующие наши разделы, которые заслуживают внимания, хотя большинство игр все-таки тоже локально ограничены. Ну, последнее, о чем я хотел бы сказать, это как нам быть с конкретными семиотическими системами, которые заняты описанием действительности с помощью символов, но вместе с тем не являются просто набором символов. Мы не хотим каждую науку, каждый вид искусства включить в нашу систему, а включаем только то, что нам необходимо.
Начну с физики. Что нам нужно из современной физики? Вот меня спрашивают, а кварк – это символ нашего типа? Если мы говорим, что огонь и вода – символы, которые мы хотим описать, то мы ориентируемся на наивную физику, мы ориентируемся на физику, которая существовала у раннегреческих мыслителей. А хотим ли мы совместить описание этого раннего мифологического плана, описание типа основных стихий, огонь, вода там, и так далее, с описаниями современного типа, где мы разлагаем все эти возможные общие понятия на все более и более дробные мелкие элементы. Значит, я не думаю, что мы включаем набор типа характеристики каждой элементарной частицы в наше изложение. Но, по-видимому, мы должны что-то сказать о функциональной значимости символов, которые могут показывать структуру вещества. То есть то, что можно описать молекулы, их связи, атомы, структуру атомов на уровне элементарных частиц, и потом описать кварковую структуру. Это все к нам не имеет прямого отношения, но имеет отношение то, как строятся соответствующие символы. То же самое касается химии, где нас не интересуют детали химической символики, а интересуют возможности построения символов. То есть мне представляется, что из каждой науки нас интересуют некоторые сведения из метанауки, к сожалению, плохо разработаны до сих пор. Но тем не менее есть работы по метаописанию там, биологии, скажем так. Нас интересует то, как строятся соответствующие наборы символов в каждой конкретной области, но мы к науке относимся как к отдельной области земного шара. Для отдельной области земного шара мы не строим всей системы, мы только говорим, как ее можно строить. То же самое относится к науке, но, по-видимому, и к отдельным видам искусства и литературы. Мы не собираемся описывать систему символов, скажем, отдельно русской литературы, просто по той причине, что, в принципе, любой предмет, который в разное время был в орбите внимания того или иного русского писателя, мог быть использован символическим образом. Это мы зафиксировали. Но реально из этих предметов нас могут заинтересовать только некоторые, имеющие более или менее универсальное значение, ну, как элементы одежды, скажем, обуви, там, головных уборов, как элементы косметики. Но каждый раз мы будем наталкиваться на то, что это все-таки все не абсолютно универсальные символы, а символы, ограниченные определенной узкой областью. Значит, здесь достаточно, видимо, упадать на то, что функционально возможно какие-либо. И это все важно, потому что иначе наша работа бесконечна и безгранична. Мне хочется для начала поставить какие-то строго определенные границы, которые бы сделали возможным начать реальное исследование и закончить его в обозримый срок. Вот, пожалуй, я на этом сейчас кончу, и вы мне задаете вопросы и выдвинете возражения, которые больше всего должны касаться реальной осуществимости. То есть в какой степени можно все-таки отдельные кусочки этого попытаться сделать, кроме того, что я вам обещаю. То есть я вам обещаю, что будет некоторый набор реальных и функционально возможных символов, может быть, предварительным перечислением комбинаций символов, но в ограниченном количестве, с некоторыми толкованиями, примерами. Это я сделаю. А, значит, ваше слово, что можно сделать в ближайшее время? Пожалуйста. Прошу вас.
Наташа, вы что-то говорили про авангард, что вы там какие-то идеи. Да, вообще все очень масштабные картины, мы ведь давно ждали этого доклада, и теперь действительно есть над чем размыслить. Возникает много очень вопросов, конечно, потому что, ну и технических, но это уже, так сказать, я буду решать, а вопросов вот какого плана. Ну, в этой статье это Владимир Николаевич, это корова в ранних формах искусства. Содержится совершенно гениальная мысль, которая искусствоведением так и не условлена современным, а именно о том, что искусство появляется, когда в изображении возникает и соединительная связь. Значит, вот эта вот, так сказать, синтактика символов, вы говорили о том, что заниматься функцией связи скорее, чем какими-то статичными объектами, да? Ну, насколько она, так сказать, вот, будет выделена в какой-то отдельный, может быть, выделенный раздел, насколько она будет, так сказать, как сейчас говорят, прошивкой всего вот этого вопроса. Это первый вопрос. Второй, да, что касается визуального, можно сразу? Да, или да. Вам удобнее? Нет, пожалуйста, скажите. Второе, что касается графической символики? Это совсем другого плана вопрос. Как нам обозначить свою нишу в ряду огромного количества монографий, словарей, энциклопедий, ну, исчерпывающим образом описывающих эту графическую символику? Христа, свастики. И третий вопрос. Некоторые темы вы все-таки не в своем очень исчерпывающем описании не упомянули. Считаете ли вы, что они не имеют смысла, или они вот в эту синтагматику войдут? Какие, например? Например, цветоозначивание и звук. Цвет и звук. Значит, это спасибо. Все очень важные вопросы. Значит, вопрос относительно синтагматики. Ну, я думаю, что по существу нам нужно принять некоторую схему описания символов, которая бы предполагала две вещи. Описание комбинации символа в данном случае его реализации, предположим, вот символ лошади конкретно в пещере Ласко, с чем он связан, с какими другими описываемыми пространственными элементами. И второй вопрос, совсем отличный, но тоже обязательный для настоящих универсальных символов. Это вопрос об их возможных эквивалентах. То есть, скажем, по отношению к вот, пещерному искусству в работах Топорова и Леруа Гурана было отмечено два обстоятельства. Было отмечено то, что пространственные структуры пещер дают возможность описывать отдельно функцию каждого из символов животных, там лошадей, бизонов и так далее, в зависимости от того, как они соотнесены с другими символами в других частях той же пещеры, это вопрос конкретной синтагматики. То есть это вопрос аналогичный тому, как данное согласное в языке соотносится с данным гласным. Синтагматиков в футуралистическом смысле. А второй вопрос, тоже поставленный Топоровым, в частности, в его весьма тоже замечательной работе о мифологических источниках, исторических описаниях. Это вопрос о том, каковы эквивалентности или ассоциации для некоторых основных символов. Значит, так, он
Нет, если Топоров там приводит наборы, ну, скажем, вот, цвета, наборы определенных цветов, которые каким-то образом соотнесены со сторонами света, с определенными кастами, не только в Индии, с определенными металлами и так далее. И оказывается, что для целого ряда культур конкретные, предположим, металлы могут даже варьироваться. Но самый тип соотнесения будет совпадать. Это парадигматические связи. Значит, я думаю, что и синтагматические, и парадигматические связи нужно исследовать. Вопрос, который я ставлю в целом по поводу синтагматики, заключается в том, надо ли нам, кроме того, что мы, безусловно, в отдельном описании конкретного символа должны что-то сказать о его синтагматических подробностях, валентностях. Да? Мы, кроме того, описываем ли комбинации символов ну, в виде мотивов, скажем. Есть ли нам смысл как бы дважды в нашем описании кодировать? Один раз мы это закодируем, напишем, как синтагматические возможности данного символа. Хотим ли мы второй раз это же описывать как набор мотивов и второй раз описывать как набор некоторых соответствий между символами? Вот это вопрос в большой степени технический. То есть мы на самом деле можем один раз это вначале описать, а дальше, если понадобится, создать еще дополнительное описание мотивов и парадигматических ассоциаций. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Третий, я помню, о цветах и звуках, а второй? Третий тогда я спросил. Какой? Ну, про цвет и звук. Нет, а еще второй, дайте что? А нет, ну второй был то, что много уже словарей про жрачки. Про что? Как нам обозначить свои Как нам отделиться? Да. Знаете, я довольно много смотрел этих книг, справочников. Ну, значит, как эта литература выглядит? Значит, очень много общих справочников про символы всех времен и народов, но мы от них отделяемся тем, что мы пытаемся дать не просто справочник, а некоторую такую сумму организованных сведений. То есть принцип научной энциклопедии у нас. Другой вид, более к нам близкий, это символы определенных эпох. Ну, там, Мезоамерики, Египта и так далее. От него мы отличаемся явно тем, что мы в основном ориентированы на универсальные символы и на функциональные соответствия других символов. Поэтому нам отдельные египетские или майя, или ацтекские символы нужны только как обозначение некоторой функции, которая сама по себе нас интересует. И я думаю, что к этой категории вот конкретных описаний определенного времени и места относится конкретное описание символики авангарда. Да? То есть то, что описано, предположим, в книжках Хендерсона вот, о четвертом измерении, где довольно много о пространственных символов, в том числе русских художников. И ее не интересует степень универсальности. То есть она упоминает, предположим, что у Кульбина была идея большого числа измерений пространства. Для нас это очень важно. Мы, по-видимому, в разделе таком математико-физическом должны дать понятие мерное пространство, и там будет идти речь о n-мерном. И в этом пункте мы, наверное, должны написать, что первый раз вообще в мировой истории доклад о
Энбергом пространстве было сделано пульпинами бродячей собаки. Но мы об этом не пишем, как об отдельном событии русского авангарда и даже истории искусства. Мы об этом пишем как о некотором, что имеет значение в целом для понимания числа измерений у людей. Вот мне представляется, что это существенно. И тогда, значит, если я прав, и если от общих справочников и от конкретных описаний по отдельным странам понятно, как мы отличаемся, то серьезный вопрос, который можно поставить, это чем мы отличаемся от хороших энциклопедий, скажем, религии. Я имею в виду не только наши мифы народов мира, где многое совпадает с тем, что мы должны написать, и мы должны это использовать, но также под редакцией Илиады выходила энциклопедия религии и еще чего-то, я не помню. Что? История религии? История религии, да. Она содержит очень много весьма замечательных статей. Я ее довольно внимательно изучал. Там очень много похожего и нужного. Но, опять-таки, у него все-таки конкретная писательная задача. То есть он хотел для каждого, кто занимается конкретно, но, предположим, черепами, описать все, что нам известно по поводу разных религий, в которых используются черепа. Я думаю, что нам это не так важно, что нам скорее было бы важно указать на роль черепа вот в этой, это будет синтагматика, на роль черепа в схеме Топорова Джемисон-Воткинса, то есть то, что череп – часть расчленяемого скелета, то, что в качестве этой части расчленяемого скелета он там не только приносится в жертву, но с ним проделываются всякие манипуляции, и он же превращается там в большую гору в горном хребте. А также нужно будет использовать сведения о том, как он используется в литературе, в частности, роль черепа у Хлебникова, вот статья Ханзендера, и роль черепа в стихах о неизвестном солдате Мандельштама, для того, как должен череп развиться во весь лоб от виска до виска, чтобы его дорогие глазницы не могли не вливаться войска, развивается череп от жизни и так далее. Вот я думаю, что некоторая общая панорама, не сбивающаяся на такой как бы слайд повседневности, то есть нам все-таки при этом постараться, чтобы у нас наша изложение осталось не полностью академическим, а более-менее живым. Вот это бы, наверное, отличало от энциклопедии, но я думаю, что, в принципе, жанр энциклопедии мы близки. Насколько я знаю, нет жанра, нет просто образца единой энциклопедии всех символов. Есть жанр энциклопедии истории религии, есть очень хорошая ранняя английская энциклопедия примерно 912 года, она есть в Венской библиотеке, это энциклопедия этики и религии. Очень хорошая, но все-таки очень старая. Вот это приближение довольно хорошее к тому, что мы хотим. Мы хотим все-таки объединить данные сравнительные мифологии, современная психология, включая психоанализ и нейропсихологию, ну и некоторые данные истории, культуры, археологии. Значит, мы пытаемся соединить разные науки, но в какой степени это нам удастся, другое дело. Но я думаю, что в некоторых разделах, где мы сильно совпадаем с мифами народов мира,
мы можем просто процитировать там статью Топорова о числах или животных, ничего плохого нет. То есть я думаю, что мы не ставим задачи абсолютного отличия, но цитаты признаем только в тех случаях, где мы не можем добавить ничего более интересного от себя. Что может быть, и в этих случаях будет ничего плохого. Вы хотите что-то сказать? Ты пока на третий вопрос не ответил. Да. Третий вопрос, в частности, о свете и звуке. Ну, значит, это связано с такой более общей проблемой, которую я мимоходом назвал. А именно проблема та, что мы занимаемся главным образом объектами, значит, пока отодвигаем в какой-то степени мотивы и комбинации объектов на второй план, описывая их, тем не менее, по поводу конкретных символов. То есть символы упоминаются в связи с символами, с какими другими символами они комбинируются в тексте, в широком смысле, то есть в сочетании, и каковы их парадигматические связи, то есть чему они могут быть равны в комбинации, где каста брахманов имеет белый цвет, и она занята религией, и у людей этой касты может быть красный знак на лбу и так далее. Это все может войти в характеристику каждого из символов, которые я сейчас назвал. Но можно это описывать и как некоторая система соответствия, вот в духе того, что сделано в статье Топорова о переходе к мифологии к истории. Значит, вопрос такой. Кроме этих описаний, описаний символов и описаний комбинаций, насколько нам нужны описания свойств. Вот как раз, если мы посмотрим на эти китайские священные книги, на, собственно, религиозно-философские типа Идзин, вот просто поскольку очень хороший перевод Щуцкого и календаря Еремеева, то эта книга удобная для русского пользования. Если мы посмотрим на эти философские вещи и посмотрим на только что переизданную поэму Сыкун Ту, китайская поэма о поэте Седзаня Алексеева, переизданную полностью и китайские тексты, и эпифические, и тексты Алексеева, и там несколько приложений. Если вы на это посмотрите, ну хотя бы по индексам, вы увидите, что кроме символов, которых не очень много, комбинации символов, то есть мотивов типа приход, прилет, возврат и так далее, и некоторых других, но которые допускают перевод на глаголы, есть некоторое количество символов эпитетов, прилагательных. И вот как раз вопрос, это очень важное и существенное, это цветовые и звуковые различия, ну и некоторые другие. Я думаю, что они нужны. Я думаю, что если мы их не введем, то мы ненужным образом слишком увеличим объем информации во многих других отдельных символах. Потому что наличие того или иного цвета или той или иной звуковой, но иногда тактильной, иногда вкусовой характеристики, то есть характеристики, связанные с разными органами чувств, соответственно, с разными прилагательными. Вероятно, нужно, потому что иначе мы
слишком много вкладываем в каждый отдельный символ, не вынося за скобки. А если мы описываем, что вот существует белое, как некоторое начало, то мы экономим. Основной вопрос с цветами и звуками для меня – это вопрос в системе, в системе изложения. Понимаете, общемировая система цветов тройная. Причем вы понимаете, что черные и белые – это ведь не совсем цвета. Но мы их включаем потом, но тем не менее. Есть сейчас такая новая публикация Симона Петро, впрочем, из Любляны, в издании документа про историка 2006 года, Контекст-Критик, Red, Black or White, The Dawn of Color Symbolism. Значит, красный, черный или белый, заря цветового символизма. На эту тему за последние десятилетия напечатано несколько статей разного рода, психологических, семиотических и так далее. Я сам довольно много этим занимался, так ничего, в конце концов, не напечатал, на голове с Уильям Шафриром, канадским психологом. Некоторые работы по символике цветов так и не довели до конца. Значит, проблемы там такие. Цвета образуют некоторые группы, парадигмы, то есть они или-или, да, заменяют друг друга. Черные, белые и красные – это набор, который, по-видимому, такой же древний, как человеческий. Может быть, немножко раньше есть археологические остатки в Терра Амата на юге Франции, около Ниццы, где по терморюминесценции, время, когда камни были в огне, возраст что-то получается 220 тысяч лет. Нет костных останков, поэтому неизвестно, что это неандертальцы или люди. Но там уже есть определенная символическая роль красного цвета. То есть похоже, что, во всяком случае, где-то на границе неандертальцев и людей уже начинается трехцветная система. Она постепенно перерастает в 10 и 11 цветную, то есть спектр, в котором порядка 10-11 основных цветов для левого полушария и, по данным нейропсихологии, до миллиона цветовых оттенков в правом полушарии. И, безусловно, что миллион оттенков мы не можем описывать, а вот 10-11 цветов, которые представлены во всех языках мира, это довольно подробно и тщательно изучено за последние несколько десятилетий. Вот это, и это, видимо, имеет некоторые генетические истоки. Это мы можем описать, но дальше нужно будет ввести какие-то функциональные обозначения для промежуточных цветов, которые в слишком большом количестве и имеют локальное свойство. Теперь, что касается звуковых соответствия. Старая идея Ньютона, по которой звуковая гамма имеет некоторое отношение к набору цветов, более или менее верна в таком общем смысле, что и основных звуков тоже не очень много. Но когда возникают зафиксированные в письменности, в клинописи, система звуков, их порядка 7-9. Это пифагорейская система, которая представлена в Месопотамии в разных вариантах, перенаписанных культур, потом повлияла на Грецию. Значит, мы можем описывать основные соответствия в
в рамках тех культур, которые нам известны и которые характерны для довольно большого евразийского ареала. Значит, есть проблемы, связанные с Дальним Востоком, в частности, с японской музыкой и с соответствиями Австронезии на островах Тихого океана. И есть проблемы со спецификой, может быть, очень древней африканской музыки, поэтому часть наших сведений о том, как структурируются звуковые отношения, по-видимому, все-таки относится к локальным культурам. Гораздо в большей степени, чем цветовые. Там, вот для цвета все-таки определенно, что элементарная трехцветная и даже десятицветная структура более или менее универсальна. А для звуковых структур тут возникают какие-то интересные проблемы, отчасти связанные с длительностью эволюции этих звуковых. Звуковые системы у человека все время, видимо, менялись, даже биологически менялись. Но, тем не менее, мы должны какие-то из них описать, то есть, по-видимому, противопоставление типа высокий-низкий, существенно для всех культур, мы должны их описать. Должны ли мы описывать противопоставление типа восходящий-нисходящий, уже проблема, потому что часть этих различий очень варьируется по языкам и по высотно-мелодическим системам. Так что вот что можно из такой метатеории современной истории музыки мы должны извлечь, но это будет такой первоначальный эскиз, я думаю. Ну, теперь очень интересны, конечно, сведения относительно некоторых других противопоставлений такого эпитетного характера, помимо цветов и звуков, например, холодные и горячие. Знаете, что в целом ряде культур холодные и горячие – это не совсем то, что мы имеем в виду, хотя некоторое представление об этом можете получить от нашей реакции на перец, скажем. Да? То есть то, что мы считаем, что некоторые вкусовые ощущения острые, они как бы переходят в понятие горячее. Вот целый ряд культур пищу определяет как холодное и горячее примерно на этом основании. То есть не так, как у нас, вот эта картошка холодная, а это подогрение, а вот эта картошка холодная по некоторому семиотическому признаку, это горячее по некоторому семиотическому признаку. Это описано, есть на эту тему работы, так что описать это можно. Насколько эти признаки окажутся универсальными, я пока не знаю. То есть они широко распространены, но не знаю, скажем, за пределами Евразии, Юга Азии и Востока, Дальнего Востока, насколько такого рода употребление горячие и холодные существенно. Ну, разумеется, к вашему вопросу о других признаках еще, конечно, относится, скажем, из того, что хорошо изучен сырой и вареный, да? Потому что то, что начал Левистрос, правильно, и, конечно, сырой и вареный. Для человека, который уже, безусловно, знал огонь с самого начала, сырой и вареный, безусловно, очень важное противопоставление, имеющее множество ритуальных и других смыслов. Значит, мы приходим все-таки к тому, что какой-то набор прилагательных эпитетов или глаголов быть сырым вариантом, это уже различается по языкам. То есть в одних языках это глаголы, в других прилагательные. Ну и в третьих это может быть просто существительное, так сказать.
холод, жарко. Вот какой-то список таких абстрактных характеристик, не интеллектуальных характеристик, по поводу иероглифов я говорил об интеллектуальных характеристиках, а это характеристики, которые касаются некоторых свойств предметов. И вот их, видимо, мы тоже должны учитывать. Теперь вроде я ответил на все вопросы. Если у вас есть еще, пожалуйста. Кто еще хотел что-то сказать? Я бы сказала несколько слов, но, видимо, кто-то еще что-то хочет сказать, нет? Что-то? Кто-то еще что-то хочет сказать. Потом? Скажешь потом. Потом. Хорошо. Значит, вот я к своей беде вот опять опоздал и многого не слышал. И вот интересный такой вопрос. А вот траектории, например, замкнутые в виде фигур, они будут входить в ваш словарь, в ваш проект? Может входить все, что более или менее универсальным способом используется в основных известных нам культурах. Значит, если речь идет о некотором построении, которое находится в большом числе традиций, и если речь идет о чем-то невыводимом из более элементарных вещей, тогда, я думаю, мы должны включить очень много сложностей, связанных с орнаментом. Вот в разного рода книгах, которые вы упоминали по поводу уже существующих, конечно, есть довольно большая уже классификация типов орнамента и разного рода вещей, выделяемых в орнаменте, и это очень важно. Какой мы выберем принцип, каким образом мы будем описывать орнамент, это должны решить уже специалисты. Ну вот такой простой пример траектории. Падение Икара или какого-нибудь персонажа на него похожего. Вроде бы это такой полет вверх, очень крутой, а потом почти отвесный, вот отвесный путь к падению. В воду, очевидно. Представим себе другую ситуацию, что что-то спасает нашего незадачливого путешественника. И, ну, например, холодоносные градовые облака каким-то образом его задерживают, и воск затвердевает, и он снова идет вверх. И таким образом у него уже два гребня. И вот эти вот темы второго полета, второго шанса, который якобы не предоставляется, по-новому осуществленный возврат и тому подобные экзистенциалистские категории, они довольно неплохо и довольно так экономно моделируются. Я, честно говоря, увидел все это, настоящие, в общем-то, возможности этого графика, когда я наблюдал зайцеобразных, какие у них конфигурации и ушей, их ушей. На эту тему я сделал довольно много всяких фоторабот. Вот, и кролики меня действительно обучили. Сейчас мне это удалось расписать, то есть распечатать этот сюжет о траекториях. Ну и траектории бывают разные. Например, Икар или кто там на его месте, он ведь не упал, мог не только упасть в воду, и не только взлететь и пострадать, он мог угодить на дно, и там, например, его спас. Вот тут я уже к первой части вашего зоосимбаляриума, его мог спасти пятнистый скат. Вот. И очень интересная получается категория. Кто-то идет, кто-то летит вверх, потом падает в воду, погружается ко дну, выходит счастливо со дна, осуществляет второй полет. Ну, Вячеслав Севович, вы уже догадались, что я занимаюсь тем, что в физике называют солитоны. Вот когда я начал смотреть еще в 70-е годы графики вот Крускова, например, вот связанные с солитонами, то я увидел вот сплошной крольчатник, то есть такие, в общем-то, двуушастые фигуры. А если все-таки вернуться к физической тематике, то ну, многие о воде писали. Изумительная статья Владимира Николаевича, да три варианта его
статьи. Но вот что может быть интересно для нового мифологического сознания, это не совсем понятно для интуиции тот факт, что вся вода планеты и околопланетного пространства представляет собой одну единственную молекулу. Да, и то, что в океанах, и то, что вот в теперешних ураганах, вихрях, Айк, Густав, Катрина, вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вода, которая в наших клетках, вода, которая в составе каких-то кристаллов, какой-то элемент, умноженный на какое-то количество молекул воды. Так вот, это подтверждается геофизикой и физикой химии, но для интуиции, для вот мифопорождающего сознания современного, это все очень-очень непонятно. И вот если такие непонятные вещи собрать, то они могут быть тоже достаточно интересны. Хорошо, я уже долго говорю, спасибо. Пожалуйста. Ну, вы знаете что? Довольно много из того, что вы говорите о траекториях, в какой-то степени учитывается в моделях морфогенеза Тома. Вы помните, может быть, когда он приезжал в нашем секторе структурной типологии, он делал доклад о некоторых сюжетах с точки зрения его теории катастроф. Но лингвистическое изложение основ теории катастроф с примерами из французского и русского языков есть в успехах математических наук, публикации Тома. Значит, это та область математики, которую у нас развивает академик Арнольд в своих работах по теории особенностей. Ну, это, собственно, теория особенностей, это математическая основа теории катастроф. И она описывает многие из тех конкретных вещей, о которых вы говорили. Значит, вероятно, мы можем описывать не часть мотивов, о которых вы говорите. Что касается конкретных деталей, относящихся к воде, то здесь у меня, значит, такое общее замечание, вопрос. Я, с одной стороны, конечно, понимаю, что у нас должен быть символ вода, но как у нас будет символ обойника, символы, связанные с астрономическими явлениями, но не хотелось бы погружать нашего читателя и нас самих в обсуждение некоторых реальных химических и биологических вопросов, которые связаны с водой. То есть мы их должны коснуться, но таким образом, чтобы было понятно, что нас занимает только символика воды. Вот то, что символика воды разъясняет, мы должны иметь в виду. А другие вопросы, касающиеся описания собственного явления, я думаю, все-таки выходит за пределы того, что мы пишем. Но каждый раз, конечно, можно сказать что-то дополнительное, но с оговоркой, что это примечание. Цель нашего обсуждения еще и в том, каким образом это реализовать. Да, я именно с самого начала не думаю. И вот у нас есть вполне реальная возможность, это антропология культуры 5. Да. Вопрос, что и как туда поместить. Ну, естественно, вот эту работу Вячеслава Всеволодовича. Следующий, очень трудный этап, потому что среди нас, не только среди нас, а гораздо более широкой аудитории, только, по-моему, у Вячеслава Всеволодовича есть способность видеть шар со всех сторон сразу. Наши способности ограничены. Значит, надо решить, выработать стратегию и тактику того, чем же будет после этой вступительной статьи, такой всеобъемлющей и вдохновляющей, суггестивной и так далее, чем будет заполнен этот конкретный, каким материалом будет заполнена основная часть.
И здесь мне очень нравится возможность пестроты, то есть полная безграничность и человек, и бестиарий, и гербарий, минералы и так далее. Но если это имеется в виду символярий, как словарь или энциклопедию, если мы сначала не определяем словника, то есть не вырабатываем словник, мне кажется, действительно, что это не надо, потому что интересно то, что интересна безграничность. Но, тем не менее, форму статьи словарной, очевидно, как-то надо выработать. Хотя бы начать с каких-то ограничений. У меня был такой совершенно на опыте литературном и традиции русской, современной, бытовой, работа о теле, теле человека. И со второго шага я натолкнулась на то, что нет определения, что такое тело. То есть словарное определение есть, но реальное определение, что представляет тело, голова входит в тело, руки, ноги – это тело, или тело только торс, корпус. Оказывается, это меняется, скажем, по оппозиции жизнь-смерть, то есть человек мертвый, у него голова точно входит в тело, а человек живой зависит от ситуации, от вертикали, от горизонтали и так далее. То есть, вот предположим, если бы я взяла на себя смелость нечто писать о теле, то сложной была бы структура самой статьи. Очевидно, они должны быть все-таки однотипными. Либо после вот этой статьи Вячеслава Всеволодовича все пишут, кто во что гораздо. Вот как это сделать? Каким образом выработать структуру? Когда вы думаете срок представления нашей антропологии? Срок, как вы знаете, у нас есть ректорат, который сильно затягивает. Нам надо оформлять все в этом году, потому что у нас разрешили. То есть в каком-то варианте к началу зимы, да? Да, нам надо выработать словник, сделать заказ на статьи или определить участников. Мне кажется, не знаю, как Вячеслав Всеволодович, как коллеги согласятся с этим или нет, что ограничений на темы не должно быть, чтобы была не то, что мы сначала описываем, предположим, графические символы, а пишем, переходим к бестиарию. Нет, совсем нет. Да, конечно, правильно. Да, нет, это безусловно. Но ограничения в структуре статьи и обязательные какие-то пункты, они должны быть. Как их выработать, как хотя бы в самом общем виде. Включаются ли туда оппозиции, очень удобные системы описания, бинарные, универсальные оппозиции, которые шпинают все то, во что гораздо, но тем не менее без которых трудно обойтись в последовательном описании. Вот это словарное определение. Имеет ли значение конкретные традиции, потому что иначе начнется эмпирическая пестрота по принципу, а вот еще. Вот как это сделать, как вам кажется? Мне кажется, что мы сейчас, вот, в течение ближайших месяцев, едва ли выработаем окончательные формы статьи, поэтому можно предложить пока каждому действовать как-то по разумению, но я думаю, что желательно, чтобы каждый перечитал Флоренского точку, чтобы
просто была некоторая точка отсчета, да, как основатель этой идеи задумывал это. Значит, я думаю, что есть некоторый минимум. Значит, поскольку мы более или менее представляем себе набор тех элементов, которые мы вообще будем описывать, и не думаю, что мы будем описывать больше там порядка нескольких сотен, если все суммировать, нескольких сотен основных символов, свойств и мотивов, которые нас на первом этапе интересуют. Я думаю, что нужно указать, к какой области все-таки относится изучаемый предмет, да, то есть что конкретно имеется в виду. То есть, скажем, если это статья, которая имеет в виду, ну, предположим, характеристику той или иной планеты в каком-то определенном типе астрологических или литературных или каких-то других ассоциаций, то нужно будет сказать, что данная статья или данная заметка имеет в виду символ там, Сатурна или кольца Сатурна по отношению к ниже следующему набору текстов по отношению к ниже следующей традиции и так далее. Описывается, каково символическое значение кольца Сатурна в данной традиции, в данных текстах, как это может быть соотнесено с некоторыми другими астрологическими представлениями, чему это может быть эквивалентно. Вот примерно, я думаю, такой набор. То есть это, по идее, должно быть не очень длинно. Вот по отношению к одному символу. Вот. Это, конечно, сильно зависит от того, как распространенно будет пониматься, в каких случаях рассматривается символ. Но если данный символ рассматривается в каком-то данном конкретном употреблении, то я думаю, что все-таки желательно, чтобы это было буквально несколько страниц. То есть я думаю, что вот одно из пожеланий к этому томику было бы такое, что мы, кроме аннотированного словника, который должен быть в начале, даем некоторые примеры подробных статей, но их будет немного. И довольно много примеров кусков других статей. Вот мы откровенно напишем, что это кусок статьи. То есть мы, ну, предположим, не описываем вообще треугольник, а описываем треугольник в русском авангарде. Вот если вы согласны с такого рода вещами. Или там красный цвет в русском авангарде. Или голубой цвет в немецком романтизме. Ну, что-нибудь в таком духе. Татьяна, да? Ой, Вячеслав, да. Я тоже хотела спросить, собственно, этот вопрос волновал меня на протяжении всего вашего доклада, и Татьяна Владимировна его буквально сорвала. Действительно, проблема словника. По какому принципу он должен формироваться? Как представляется, без готового словника очень трудно начинать такую работу, потому что любая предложенная статья сразу будет вызывать вопрос, почему это входит, если это будет принято в состав такого издания, а иная статья или понятие не входит. Я думаю, что вы должны все-таки приготовить рабочую гипотезу по поводу данного конкретного символа, вот какого рода. Но если вы описываете, скажем, звезду, вот общее понятие «звезда». А это слово будет в издании? Ну, как может не быть? Ну, вот вопрос, а какие будут?
Или наоборот, вот так. Да, и за что? Сейчас я Вячеславу всем... Нет, тогда лучше задайте мне вопрос конкретный. Почему такое-то слово не будет? Потому что причина, почему звезда должна быть первой, общепонятна. Основная идея, что мы рассматриваем универсальные символы. Поэтому, если бы вы мне сказали, а почему будет Сатурн, то можно было бы спросить. И мой ответ будет такой, что во всех известных нам самых эклектических традициях Сатурн есть. Другим именем, да. Но поскольку Сатурн нам известен во всех известных астрологиях и астрономиях, мы не имеем права его не включить. Очень мало есть небесных объектов, которые действительно универсальны. Так как же в конечном итоге будет этот словник выглядеть? И сколько туда может войти символов? Вот я только что сказал. Я думаю, что несколько сот. Да, и как, да. Что? Кто сформулирует, как сложится этот словник? Я обещаю, что я пришлю. Я пришлю к этому изданию свой вариант словника с аннотациями. Но поскольку мы начинаем работу, я предлагаю всем присутствующим и всем участникам не взирать на мой словник, потому что вполне может быть, что я что-то существенное упущу, а предлагать свои варианты. Но, предлагая, вы должны иметь в виду, что мы включаем только универсальные понятия или локально очень широко распространенные. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, что какое-то понятие, не знаю, бриллиант, алмаз или что-нибудь в этом роде, является универсальным, ради бога, посмотрите, ну вот существующие энциклопедии типа энциклопедия Илиады. Что? Фанкенвогнал. Да. Посмотрите существующие энциклопедии, которых не очень много. Ну вот Фанкенвогнал с Илиады. Это старая английская, скажем, три. Джобс, Гертруда Джобс. Посмотрите существующие энциклопедии, чтобы быть уверенным, что это действительно нечто универсальное. Не универсальное символы мы на этом этапе рассматривать не будем. Ну вот я, например, могу сказать, что коллега пчел, который сегодня не мог быть. Да-да, он мне звонил. Да. Он не мог быть, он сказал, только, пожалуйста, оставьте за мной попугая. Потому что он геральдист вообще. И он сказал, такой громадный, интересный материал по попугаю, мне это, я не знаю, как мне читала, тебе лучше нравится. Именно в первом выпуске. Но пусть будет попугай, есть ворона. Дело в том, что обнаружено ведь, что попугаи, во всяком случае, попугай Алекс, подробно с этой точки зрения изученных, попугаи считают до 6 и при этом говорят по-английски. То есть они на плохом английском языке произносят соответствующие числительные. Ни одна другая птица не пользуется таким вот фрагментом человеческого языка. Так что в этом смысле попугаи оказались гораздо более интересными. Что ты как попка, да? То есть предполагается, что попка повторяет бессмысленно. Оказывается, они знают смысл, но очень ограниченно. Но определенные фрагменты языка они знают и могут его использовать. Поэтому я думаю, что попугаи заслуживают всяческого нашего внимания. Может, попугаю сказать? Да-да. Как приложение, просто надо приложить данные пальцы. А вот понятно, что речь будет идти о строго универсальных принципах. Но вот насколько речь будет идти о нестабильных эффектах? Например, вот динамика лилового, фиолетового, сиреневого в текстах Анинского. Это универсально? Это стабильно? Нет, вы понимаете, тексты Анинского не универсальны, да? Значит, вопрос о том, насколько мы хотим включить некоторые сведения о конкретных авторах, это можно предоставить будущим редакторам. Я вообще совсем не против того, чтобы какие-то предварительные материалы уже сейчас мы получили и даже, может быть, и напечатали, но
с пониманием того, зачем. То есть, вот почему мы именно у Анинского должны изучать эти колебания? Может быть, можно дать некоторое объяснение, но оно должно быть, потому что нас читает любой читатель, интересующийся любой областью земного шара. Да? Как ему объяснить, почему нам важно развитие этого цвета именно у Анинского? Объяснить так. Дело в том, что имя Яна Пуркине, чешского физиолога романтического периода, теперь вспоминается только в связи с так называемым эффектом Пуркине, то есть эффектом, связанным с тем, что в сумерках красные цвета гаснут медленнее и раньше, чем синие. И вот возникает такой фиолетовый оттенок сумерек, с которым полемизирует Анинский, и который этот эффект, естественно, Анинский не упоминает ни врача Пуркине, но иллюстрация к этому и очень много ассоциаций к эффекту Пуркине в восприятии Лилового, а также в связи с тем, что Анинский вообще против каких-то стабильных устойчивых периодов, будь то период суток или период сезона. Простите, да, это не относится к энциклопедии символов. Это относится к исследованию Анинского. Это действительно очень интересно, как и вообще цвета. Если брать тогда, почему у Айда нельзя, у Штанина такого... Я бы хотела бы такой темы, которую бы я назвал «Сумрак аметиста». Вот, как некий, ну не архетип, я не люблю это слово, но как некую тему очень такую объективную. Спасибо. Какие еще есть вопросы? Я думаю, у нас есть время задать мне вопросы. Либо до моего отъезда я 20-го улечу, либо по электронной почте. Только у меня будет другая электронная почта, у меня испортилась американская. Но я сообщу вам, как только приеду, какая будет почта. Либо по электронной почте, но желательно, чтобы вы начали работу над этими небольшими фрагментами, с тем, чтобы нам к декабрю все-таки, да? Какое число? Да, нам к декабрю, нам надо будет оформить. Ну, к какому? 15-му декабря? 15-му декабря? Да. Иметь предварительные тексты. Потом мы можем над ними работать. Но предварительные тексты... Значит, они должны быть относительно короткими фрагментами некоторых общих статей. Выбор статей на ваше усмотрение, при том, что мы будем строги в отборе универсального, не универсального. Поэтому, по возможности, проверьте по энциклопедическим словарям вышеуказанным, насколько тот или иной термин действительно универсальный. От 10 до 20 тысяч, на 15 тысяч, наверное, максимально. Да. Полдеста. Спасибо, на этом мы кончаем первую часть и перерыв, да? Угу.